Красин. Можем его понять, можем его описать. Но вот у тебя, Александр, возникает вопрос, а не полететь ли нам туда? И тут я у тебя спрошу главный вопрос. А зачем тебе туда лететь? И вот Значит, на этот а вот вопрос... Это, а вот это мой следующий вопрос к тебе. Я его сейчас раскрою. Ну, если позволь. Хорошо, позволю. давай. Значит, вот э, это вопрос именно к тебе, как к политическому философу. Но если Алексей Владимирович тоже сочтет нужным что-то добавить, мы, конечно, с интересом это все тоже выслушаем. Значит, вот идея космической экспансии, она подается как некий выход из экономического, политического, идеологического тупика, в котором оказалось человечество, да. Капитализм э, чисто математически исчерпан, да, нет новых рынков. В этих условиях он просто вот по математике не сходится, как экономическая модель. Про идеологию вообще говорить не стоит, да. Вот. И вроде как большой космический вызов способен умиротворить человечество, урегулировать или там нивелировать противоречия, которые есть под лозунгом там, обеспечения будущего человеческого рода, безопасности, спасения, выживания, там, устойчивого развития и, может быть, даже некоторого управления эволюцией, да? о чем говорил Циолковский, путешествие в телах света. То есть он не считал человека некой законченной биологической формы. Да? Вот э, насколько эта идея с твоей точки зрения она плодотворна, вот именно как вот в политическом плане с точки зрения политической философии. Вот э, от, отвлечь внимание, значит, неразумного человечества на такой может быть годный, а может быть негодный объект. Что скажешь? Мне крайне интересно. Смотри, ну, тут вопрос один у меня будет, собственно, к Алексею, потому что вот здесь мне будет интересна его компетенция очень сильно. Насколько я понимаю, это технически невозможно. Насколько я понимаю, даже вот при всех достижениях современной физики и инженерии, массовая космическая экспансия на данный момент это из какой-то действительно области фантастики, а не какого-то там прогнозируемого технического проекта даже на горизонте ближайших 50-60 лет. И само по себе, насколько я знаю, это было большим разочарованием для многих энтузиастов, которые вот, ну, был большой прорыв со спутником, потом запустили собаку, потом запустили человека, на Луну высадились и вот думали, вот сейчас будет Марс, а как будто столкнулись с неким барьером. Но опять-таки, это вот то, что я со стороны наблюдал, возможно, уважаемый Алексей расскажет более подробно. А мой вопрос, он был применительно к тебе, вот к вопросу, зачем и тот вопрос, который ты мне перевернул, просто показывает на вот принципиальный, например, момент этики. То, что есть, допустим, вопрос зачем, отсылает нас к критериям хорошо-плохо. Зачем? Для чего? И вот это правильный вопрос. То есть, ты, если ты формулируешь цель, может ли быть это, если поставлена цель отвлечь человеческое внимание на некий негодный объект, то в теории космос очень мыслимо может быть таким вот эта космическая экспансия, если для этого есть техническая возможность. Проблема в том, что на данный момент я не вижу технической возможности для этого. А вот с философской точки зрения вопрос интересен сам по себе, потому что в твоей посылке стоит это примерно так. Вот у нас есть наша песочница, мы в ней разобраться не можем, мы там продолжаем бить друг друга лопаточками, так давайте бить друг друга лопаточками на самый большой, скажем так, по песочнице побольше, да? То есть не решая структурную проблему, не решая вот эту Духовное, скажем так, напряжение, которое содержится в человеке, давайте просто, э, ну, пожрем это за счет внешней экспансии. Ну, так себе цель, на мой взгляд, но сама постановка вопроса интересна. Ну, конкисты, почему? Как в свое время, да? То есть, космос это такая-такая, новый, новый свет, да. Ну, если брать исторические аналогии. Ну да, и тут мы вспоминаем, Этого например, историческую очереди. аналогию. Конечно, принцип американского колониста, что делала протестантская община, когда в ней возникали разногласия по какому-то вопросу, но вот. Та часть, в которой возник этот вопрос, шла на земли индейцев, отжимала территорию под новую общину. Нормальная практика, вот как раз первых там 17 колоний. Проблемы начались, когда новый свет закончился, когда достигли Тихого океана. Вот тогда проблемы начались то, что сбежать друг от друга оказалось некуда. Но и здесь мой философский аргумент что не убежит, что человек не убежит от человека, человек не не убежит от вот этих человек ну вот это, поскольку он является образом и подобием, подобием божия по своей природе то человек не убежит от того трансцендентного напряжения в имманентном расширении уж извини скажу вот эту за, занудную фразу и могу расшифровать если не до конца понятно для зрителя это стоит сделать да, потому что ну и это вот тварное, присущее здесь и сейчас, это вот некая горизонталь, это любовь к месту, это сеть твоих отношений, которые вот присущи здесь и сейчас. Опять-таки, работа твоя, студия твоя, жена твоя даже, господи, прости. Вот все оно вот вокруг тебя окружает, все те цепочки отношений, в которых ты заключен. А трансцендентно – это то, что выходит за предел, это некая вертикаль это та, которая тебя отрывает от вот этого, скажем так, болота некого, вот этой гравитации, и выводит тебя в измерение. Я, я по-простому бы это еще объяснил, то, что но выводит тебя из исторического измерения в измерение вечности. То есть есть время историческое, а есть время вечное. Вот трансцендентное выводит тебя в вечное время. И вот здесь как раз заключена фундаментальная драма человеческая, что человеческое — это прежде всего вечное то, что человек не может жить без дыхания вечности. Он задыхается, он в лучшем случае начинает себе симулякры под это создавать. В худшем случае просто, ну, заканчивает жизнь очень негативным образом, мягко говоря, чтобы YouTube не забанил, называется так. Вот, и вот это напряжение... Что, простите? Нет, я просто думал, что ты закончил, Паша, если нет, то продолжай. Сейчас, я просто почти закончил. То есть я вот говорю то, что вот это трансцендентное напряжение, оно имеет еще вот такой, и какой то важную роль человеческая, это об этом писал Несмелов. Другой философ, уже 19 век, Казанский университет в науке о человеке. То, что вот это трансцендентное напряжение, оно, по сути, к каждому человеку закладывает, вот, как казалось бы, из ниоткуда берущуюся мысль, что человек, он не до конца человек, что человек, он недостаточно человек, что человек — это вырастание в человечность. С христианской точки зрения, аргумент понятен, потому что единственным в полной мере человеком был Христос. Вот Он был идеальным человеком, идеальным, и идеальным. Ну, он, он был, был Бог, единственным и... христианином, насколько я понимаю. По не счастью. был единствен... Нет, единственным христианином Он не был, но то, что Он вот воплотил в себе в человечность в полной мере потенциала, то есть, по-умному, актуализация потенциала. Вот в полной мере актуализов... актуализовал потенциал человека. Вот назовем это примерно так. И вот это трансцендентное напряжение, оно человеку присуще, и избавиться от него человек не может. И пытается он найти применение вот этого напряжения в самых разных областях. Кто-то коммунизм строил, кто-то там за свободу фури борется, кто-то там еще к чему-то. Ну, то есть человек на самом деле компенсирует вот это трансцендентное напряжение в самых разных областях. Но от самого напряжения через внешнее расширение вот на уровне горизонтали логически избавиться невозможно. Вот мой такой ответ на твой вопрос. Да. Я, э, у меня будет гораздо короче, потому что я очень во многом практически во всем с Пашей согласен. Э, вот со всеми этими размышлениями, в том числе и с техническими твоими э, замечаниями, Паш, э, которые ты хотел услышать. Mm. Я подтверждаю, что действительно мы как-то очень далеки. То есть какие-то отдельные герои могут полететь на ракете Илона Маска на Марс и там какое-то время побыть и может быть даже вернуться назад, это возможно, но осуществить какую-то массовую колонизацию космоса, мы чисто технически бесконечно далеки от этого. Энергетические затраты, которые вот представляются, даже просто по энергии, чтобы вот это сделать, это какие-то немыслимые вещи, ведь это надо создать биосреду на других планетах, ну, в общем, это все настолько глубоко. А колоземное пространство, Алексей Владимирович, вот Старшип Масковский, он же они, зрители, возможно, кто-то не знает, он просто драматически уменьшил стоимость вывода килограмма груза на орбиту. За все равно, какие-то герои летали и будут летать, я надеюсь, и, так сказать, делать какие-то интересные там опыты, наблюдения или технически полезные вещи выводить на орбиту. Это, надеюсь, все будет. Но массовой колонизации даже околоземного пространства. Это даже, то это есть круто. на Луну не собираться, да, а то просто многие собрались. Нет, на Луну не надо. нет, какие-то герои могут полететь на Луну. Там что-то копать собрались, там якобы излучение меньше. Я массу публикаций видел на эту тему. Я Почему, собственно говоря, и вопрос я вам пришел. предложил? На темной, на темной стороне Луны, ну, ну, меньше, да, потому что от Солнца загорожено. Ну, Саш, это все какая-то глубокая фантастика, может быть, через миллион лет. Не, ну все, просветили аудиторию, все, я считаю. Ну, я хотел еще добавить еще пару слов. На самом деле твой вопрос содержал вопрос, который Паша тоже справедливо подчеркнул: зачем? Вот вопрос о смысле. И здесь мы выходим к вопросу о смысле истории. И я хочу сказать, что, конечно, я опять тут согласен с Пашей, конечно, вот идея такой простой колонизации, простого расширения, даже если мы забудем об этой технической нереализуемости этой, этой колонизации, это не есть решение ответа, потому что, ну, он, правда, это, это действительно проблема, это в нас, и если мы просто будем расширяться, а внутри то, то же самое, мы, мы ничего не решим. Поэтому э, смысл истории не может быть столь, я бы сказал, столь банален. Тупое расширение. Ну, газы расширяются. Самая простая субстанция – газы. Как мы шутили в университете. Учит нас, что газы при нагревании расширяются. Ну вот, это что-то смешное совсем. Смысл истории – это загадочная вещь. Это очень таинственная вещь. И действительно, что, я бы так сказал, что человека устроило бы? На чем люди могли бы согласиться, как на каком-то потрясающем смысле? Это отдельная тема какая-то, очень большая и какая-то трудная, но вот я просто скажу, что, в свою очередь процитировав э, Евангелие, что э, Христос говорил о том, что э, притча о талантах есть, есть знаменитая, что вот вам, вам даны таланты, то есть в, вот где, где сокровища сокрыты, в самом человеке, и человек едва-едва реализует лишь какую-то, я уверен, лишь ничтожную долю своих талантов. Вот я, я ждал, пока ты произнесешь слово «внутренний космос», но, видимо, ты его подразумевал. Космос, развитие этого внутреннего космоса, этого микрокосмоса развития. Вот, вот в этом. И, и здесь, я уверен, здесь нас ожидает очень много э, всяческих великих открытий. И очень много проблем нерешенных, проблем общественных, проблем психологических, пр проблем... Э Устройство семьи, Вечно. частной собственности частной и государства, запроцитировал еще одну Проблем очень много, и я думаю, что человечество к ним лишь едва-едва начинает прикасаться. И вот там лежат эти таланты, развитию которых Христос заповедовал. Вот где гигантский потенциал, который человечество ждет, и который которые еще только-только люди начинают этого касаться. Потому что самое непостижимое и самое странное и непонятное для человека существо – это он сам прежде всего. И вот, и вот эти космическое это Евангелие, с которого я начинал, оно и с этой точки зрения важно. Оно показывает, что человек немал во Вселенной. Опять-таки показывает тем, кто не уверился этим из чтения 15-го тома Квинского и 2-го тома Паламы. Вот. Не, все уверены. Но, а вот это показывает. Это ирония в отношении Электрических отцов. Я, кстати, знаешь, извини. Не а, при... одну, одну одну ремарку хочу сказать: защитить расширяющиеся газы, о которых ты сказал в такой Я же все-таки выпускник Московского авиационного института. Если газы расширяются в термодинамическом цикле, то с них можно снимать полезную работу. Но я имею в виду, когда они работают двигателя. А, а, Эта ремарка, это у меня мостик к следующему вопросу, который Алексей, я хочу задать тебе, а потом Паша тоже что-то прокомментирует, потому что я знаю просто, что у него есть что сказать. Вот техника, да, я про двигатели не, не случайно вспомнил. Вот знаешь, прослеживается такая аналогия вот с этим библейским, вернее, с, с сюжетом не с библейским, с сюжетом из еврейской мифологии Голем, да, такое существо. Которое было оживлено тетраграмматоном, да, непроизносимым э, именем Бога. Так вот, сейчас э, этот, и вы с Павлом об этом говорили в своей передаче по прогрессу. Это технический голем, как ты считаешь? Он вообще мы его как-то контролируем или нет? И вот сразу вспоминается творение Джеймса Кэмерона, да. Посмотрели люди фильм Терминаторы всерьез, озадачились этим вопросом. Это понятно, что сказка ложда в ней намек. Но э, вот глядя, как развиваются и военные, и политические противостояния, сейчас вот трудно не заметить, что все больше сходства да, с сюжетным фильмом «Терминатор». Вот дроны летают туда-сюда, на который я вам жаловался перед началом передачи. Что скажешь, мы контролируем технику или она уже немножечко контролирует нас? И какой тренд? Да, хорошо, Саш. Э, ну, я сразу сразу, так сказать, вот такого философского порядка замечания. Дело в том, что техника не обладает субъектностью. Поэтому, когда мы говорим, что какой-то робот там чего-то контролирует... Даже то с искусственным интеллектом? И, и у искусственного интеллекта нет субъектности, конечно. Ну, вот Маск с тобой не согласен. Он говорит, в какой-то момент перестанем контролировать. Ну, это как бы можно фантазировать. Но никаких оснований, это все равно, что можно фантазировать, что вот и птицы завтра человеческими языками заговорят. И может быть камни нам начнут рассказывать истории древности. И еще может быть даже общую теорию относительности нам камни уточнят. Это фантазии возможны любые, я с фантазиями не спорю. Но оснований никаких, философских, научных, абсолютно никаких оснований предполагать, что в технике, в роботах, в искусственном интеллекте возникнет субъектность, вот этих оснований нет, и не предвидится. Потому что на самом деле любые, сколь угодно сложные э, механизмы, э, программы, компьютеры, они в каком-то смысле ничем не отличаются от блоков, рычагов и шестеренок. Просто там их этого очень много, этих блоков. От, от, от конторских счетов они не, не отличаются. Ну, там еще есть машинка, которая... различия Рифмометра, железный Феликс они не отличаются. Поэтому предполагаю, что в арифмометре железный Феликс, там появится вдруг какой-то дух Феликса, это Мундович, который начнет там чего-то такое считать, например, неправильно, чтобы мануть, да, чтобы денежки куда-то пошли не туда. Вот. Вот это, это фантазии Фарятьева, я так скажу. Ну, люди любят фантазировать, это любимая тема всяческих шарлатанов, научных фантастов э, и так далее. Ну, людей, не очень хорошо понимающих, так сказать, откуда... Ну, Азик Азимов не совсем шарлатан, все-таки. Да, Слушный Нет, я... Ну, надо понимать, что для этого оснований никаких нет. Поэтому э, субъектности нет, не было и не предвидится никакой. Субъектность – это одна из величайших тайн вообще этого мира. И субъектностью обладает человек. Я скажу, что высшие животные, на мой взгляд, обладают как бы зачатками субъектности. Она у них как бы там заря какая-то субъектности. Вот, вот и взойдет. Сходит в человеке. Вот. Поэтому, но значит ли это, что вообще все вот вопросы о опасности, которые идет от техники, в том числе от искусственного интеллекта, от разнообразных систем, так сказать, механического пр программного обеспечения, управления, регулирования. Означает ли это, что это опасности нет? конечно, не означает. Есть. Но только она не потому, что машины вдруг захотят захватить мир, а потому что чем сложнее техника, которую мы строим, в том числе искусственный интеллект, тем больше в ней степени, чем больше в ней разнообразных степеней свободы, тем больше возможных неустойчивостей. И неустойчивость, чем выше Вавилонская башня, тем она более шаткая. И вообще говоря, на какой-то высоте, она, эта башня практически неизбежно, наверное, обру, рухнет. Потому что, ну, невозможно уже на какую-то уж очень высокую башню, э, если ты будешь строить, 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 в конце концов, она рухнет. Вот, если ты не будешь всякий раз серьезнейшим образом эту проблему просчитывать, продумывать и заботиться об этом, чтобы она все-таки не рухнула даже еще там на 1015 этаже все равно она отстояла бы 1015 этаж Вот эта опасность есть. Опасность техногенных катастроф, опасность непредсказуемых, непредвидимых, неустойчивостей. Потому что когда эта техника чрезвычайно сложна, то мы действительно мы ее перестаем. Уже нет такого человека, который бы всю эту технику э, понимал. Нет такого человека. Никто ее не понимает в целом. Она становится какой-то вещью в себе. И эксперт каждый понимает какой-то ее фрагмент а целого не понимает никто, потому что это уже не в силах человеческих понимать целое, и мы как бы входим в зону, в зону риска, в зону каких-то техногенных ураганов, техногенных катастроф, о которых мы должны очень и очень крепко думать и, и продумать, а что мы можем сделать, если вот мы строим башню, она рухнет. Давай мы будем строить несколько башен, по крайней мере, что если наша башня закачается, мы как-то организованно перейдем в другую, а эту башню, где уже никого не будет, мы ее будем спокойненько ремонтировать. Короче говоря, люди должны с очень большой серьезностью понимать опа возрастающую опасность техногенных катастроф и ее предупреждать. Потому что остановить этот процесс, мы тоже. В принципе можно как бы решать. Давайте мы не будем. Вот мы ограничимся. Вот у нас есть Вавилонская башня. Вот мы достроили там до 200 этажа, а 201 этаж мы запретим, потому что уже слишком опасно. Вот будем удерживать 200 этажей. Ну, либо так, будем чтобы... строить ее вниз, да, допустим, не вверх, а вниз. Да, ну, ну вот там, как там начнутся свои прибамбасы, если вниз. Да, вниз. там температура начнет повышаться. Там еще температура, влажность, коррозия. В общем чем фундамент. больше, тем фундамент. Ну, в общем, Фри... всего. Это будет, да. Поэтому э, опасность есть, но опасность не э, того, что там роботы что-то захотят. Это так можно тоже говорить, но, но надо всегда отдавать себе отчет, что э, мы тут антро антропоморфный, неоправданно антропоморфный язык используем. Иногда он полезен. Э, например, ну я, как человек, так сказать,. Э, написавший не такое маленькое количество программ, так сказать, э, э, и имеющий дело с техникой тоже не, не так много, я все-таки больше теоретический человек, но тем не менее э, я могу это сказать коллегам, и коллеги мне скажут, что вот там, машина мне там сообщила что-то, или вот э, от пучка мы там, пучок, а что нам пучок говорит? А пучок нам говорит вот это, вот или что мне программа? А программа мне сообщает вот это, она мне сказала, она не хочет, я скажу, вот я пытаюсь это сделать, а программа почему-то не хочет этого делать. Она отказывается. Или там, там, меня, меня там какая-то программа покрыла трехэтажным матом, например. Даже так могут коллеги сказать. Но это все, это все так сказать, изоповский язык, так сказать, некоторых, некоторых, э, некоторых э, антроповрфинов, которые удобны бывают. Профессиональный, профессиональный жаргон. Удобный. Но это не значит, что я приписываю субъектность. Я просто использую такой язык ⁇ псевдосубъектность. Псевдосубъектность бывает удобно Но когда люди об этом забывают... То они начинают уже говорить: а вот там роботы, если захватить власть. Вот это уже начинается шиза. Паша, а ты, по-моему, по части военных технологий что-то хотел добавить, да, если я не ошибаюсь. Не, ну несколько по части военных технологий это частный случай. Я просто могу попытаться как-то суммировать со угу. своей стороны ответ на твой вопрос. Я полностью согласен с тем, что техника не является субъектной, как правильно заметил уважаемый Алексей. Uh, но добавил бы, что проблема не в том, что техника не субъектна. Проблема в том, что техника является uh, не нейтральной. Этот момент, и техника является дегуманизирующей по своей природе, вот это есть ее объективное свойство. То есть в любой технике содержится некий потенциал дегуманизации. Да, простите, об этом еще Платон писал в одном из своих диалогов. По-моему, в Тсаймус там по-английски так звучит. Вот там он описывает то, что древнеегипетский бог, тот, э как бы ну, там сюжет такой жалоб. То есть происходит жалоба о том, то, что вот мы изобрели письменность, и в результате человек потерял очень много памяти. То есть, то, что раньше мы были вынуждены запоминать, теперь мы делегировали, условно говоря, чернилом и бумаги, и, соответственно, мы по сути говоря, потеряли часть вот этого, потеряли свою некую часть, заменив ее технологическим протезом. Вот в этом заключен аргумент. И в любой технике этот потенциал действительно содержится. То есть любая техника, она содержит вот в этом смысле некий потенциал дегуманизации. Этот потенциал всегда не нейтрален. То есть он кому-то дает большего, кому-то дает меньше. Сразу скажу, кому дает он больше всего, дает он больше всему тот, кто трансформирует этот потенциал в некий потенциал власти. То есть об этом, повторюсь, писал еще и сам Бейкон. То, что знание это сила, да чтобы дабы мы обладали, получили власть над природой, подобно тому, как мужчина обладает женщиной. В этом смысле, поэтому, разумеется, у тебя есть, допустим, заказчик со стороны государства, которое любое техническое развитие, да не только государство, на самом деле частные компании в этом не отличаются ничем, которые любой технологический прогресс будут использовать для увеличения мощи, власти ресурсов. Огромное количество технических достижений и физических достижений мы знаем, обязаны именно этой стороне человеческой истории, нам столь неприглядной. Ну, далеко ходить не надо. Недавно был очень популярный фильм «Опенгеймер», где, по сути говоря, и ровно эта тема подчеркнута, раскрывается, выдвинута на первый план. Вот соотнесение вот... Вроде создаем атомную бомбу, а вроде проверяем вот как раз фундаментальные некие принципы на огромных так вот экспериментальных возможностях, которые не будь военной необходимости нам бы государство никогда не дало. То есть вот просто и полностью согласиться в конечном итоге с Алексеем. То есть ключевая эта загвоздка в том, то, что он абсолютно прав. Осознанным бы надо подходить к этим вопросам. А у нас не получается. Ускорение происходит. Мы опаздываем за этими процессами. Последний просто свежий пример, который меня сильно поразил. Недавно стали выходить массовые исследования, посвященные влиянию социальных сетей на мозг подростков. Уже вот на основе, может быть, Алексей знает, Джонатан Хайт, довольно знаменитый популяризатор, вот он как раз пишет а, там, о мозге много, вот, в том числе вот у него есть «Divided Brain» первая книга была, сейчас вторая, сейчас у него следующая книжка вышла «The Anxious Generation». И вот, по сути говоря, он говорит о том, что эффект воздействия социальных сетей на вот поколение, будучи exposed, то есть будучи... Получив доступ к ним в возрасте там, от 5 до 15 лет, в принципе, сравнимо, если бы мы с ними там давали кокаин на всем протяжении этого возраста и ломали им нейрохимию, вот на, ну, и ломали им мыслительные процессы на уровне нейрохимии. Но это событие уже произошло. Хорошо бы, если мы этот эффект знали заранее. Хорошо бы, если бы мы этот эффект минимизировали заранее. Конечно, хорошо. Но опаздываем. И вот это, мне кажется, одна из таких фундаментальных технических парадоксов, то, что любое, любое техническое решение, оно всегда благословение и проклятие. Оно решает какие-то проблемы, оно создает еще новые проблемы. А, а можно вопрос, быстро. который мне правда интересен, Алексей, к тебе сначала? Да, Или ты ремарку? Я прокомментирую сейчас. Да, 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 да. Очень быстро. Значит, вот Паш, с твоим последним выводом я абсолютно согласен. В чем-то благословение, а в чем-то проклятие. Потому что техника не только дегуманизирует, а действительно, и ты привел эти примеры, все, все правду. Вот. Но она также и может наоборот усиливать ä, потенциал человека. Ну вот я не знаю, вот мы сейчас говорим, мы записываем эту передачу. У меня в телефоне вся мировая библиотека, и я да? активно пользуюсь, вот и так далее, и так далее. Вот это все усиливает, как бы, потенциал человека, возможности нашего общения друг с другом, возможности нашего приобщения ä, глубоким классическим прошлого и так далее, и так далее, нашего сообщения, ну все, это тут может быть, тут очень многие возможности, кино, например, появилось, как некоторое средство общения между людьми, как, как, как огромное направление искусства, это же техника, то есть в, вот именно с, с этим тезисом, что она и дегумани, обладает потенциалом дегуманизации, безусловно, но также и регуманизации или или как это сказать дополнительная гуманизация раскрытие потенциала И что возвращает нас к проблематике субъекта потому что вот эту то есть как помнишь, что в начале развития интернета было ожидание, что вот сейчас, получив доступ к вот этой библиотеке мировых знаний, человек начнет резко там, ну, читать, просвещаться, вот, преодолевать барьеры. До практики закончилось мемасами прокотиков прокотиков, в лучшем случае, на массовом уровне. И вот это как раз проблема субъекта. Что субъект выбирает, на что ее тратить, на что ее использовать? Выбирают субъекты очень рад. И еще один момент, еще один небольшой комментарий к тому, что я хотел еще раньше сказать, но сейчас ты опять вспомнил, Фрэнсиса Бэкона «Знание и сила». Я хочу сказать, что отцы-основоположники физики не ради какой-то там силы, не из утилитарных соображений, не Фрэнсис Бэконовские соображения их вдохновляли. Я говорю как, как человек, читавший хорошо и э, Галилея, и Ньютона, и Эйнштейна, и Бор, Эйнштейна, и, Бор, точно и, Бор и так да. далее. Я знаю, что их вдохновляло. Их вдохновляла вот эта пифагорейская вера, Uh, причастие уму создателя через вот это через эти локосы которые в этом мире усматриваются это было вдохновение здесь нет никак, никаких вот таких поползновений Смотри, и, 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 а я такой, не сомневаюсь такой, то что пар, 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 на пар, пар. самом высоком на самом высоком пар. уровне происходит ровно то что ты говоришь в Эйнштейне и Боре я не сомневаюсь а вот уже на следующем этаже <связь> <связь> происходит <связь> то что <связь> говорит Бекон там, там смесь я хочу сказать, что Бекон сам вот этого Пифагорейского уровня, он в общем-то не знал его. Он, он не, в этом смысле его считать даже отцом физики неправильно. Это, это третий разрядный эмпирический э, старого Аристотелевского типа э, естественно испытатель. Он не является отцом физики ни, ни в малейшей степени. Он не понял даже Кеплер. Он, 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 он просто ничего не понял. Он жил немножко до Ньютона, но после Галилея и Кеплера и он там ничего не понял. То есть это фигура, чье значение в истории науки почему-то оказалось чрезвычайно раздутой. Это, 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 дутая фигура. Вот реально основоположники, это, это не он, он, он близко к ним не стоял, он даже их не понимал совсем. Он в этом смысле его слова «знание силы» это подход бюрократа, это подход государственного деятеля, каким он и был на самом деле по складу своего лорда-канцлера, пусть и в отставке. Вот. Подход к науке, так, вот что-то на изобретали, так, а мы это сейчас будем использовать, это будет наша сила. Ну, это абсолютно чуждо вот этим высоким уровнем первопроходцев, которые благодаря которым все это и открывалось. А дальше приходили, конечно, люди очень разные, которые отчасти могли разделять то, отчасти это, каких-то было больше одного, больше другого, но я против того, чтобы с наукой это же просто, это просто искажает взгляд на историю науки. Когда говорится, что наука ⁇ это знание и сила, это, это просто неправда. Самое главное в науке не это, а пифагорейская вера, потому что прежде всего важно... Кто-то прошел первый. Как Колумб открыл Америку, вот это был важный шаг. Амер... Или там Америка Виспучи пусть, или, или там Эрик Рыжий, неважно. Но вот так условно Колумб открыл Америку, это, это было важно. А все остальное дальше уже потом, люди второго, третьего разряда и так далее потянулись. И здесь точно так же. Поэтому в основе науки лежит незнание сила. Это, это в, в основе уже второ... вторых, третьих, пят, пятнадцатых эшелонов эм, эпигонов идет. А пифагорейская вера лежит в основе, по крайней мере, математической физики. Это лежит восхищение и предвосхищение еще не открытой красотой мира, а создание этой космичности. Вот это. Вот еще одно замечание такое. Энтони Джошуа, британский боксер, и, наверное, самый харизматичный супертяж современности на днях в титульном поединке неожиданно проиграл своему соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Я всегда болею за Энтони, и поэтому его проигрыш меня огорчил. И я, хоть и не спортивный журналист, разразился на эту тему небольшой статьей, где основной причиной его поражения объявил то обстоятельство, что он хороший парень. Поясню, что имею в виду. Майк Тайсон как-то вспоминал, как отговаривал своего сына идти по его стопам. Он сказал сыну, что бокс для тех, у кого ничего нет. Он требует сосредоточенности, страданий и злости. Благодаря ему можно понять, кто ты есть на самом деле. Ты не понимаешь, о чем ты говоришь. Ты глупый, что ли? Ты ходишь в частную школу и хочешь стать боксером? Ездишь в Австрию на каникулы и хочешь стать бойцом? «Перестань, хорошая шутка. Ты хочешь драться с такими, как я? С животными? Они убьют тебя, они моргнут глазом», — сказал Тайсон 16-летнему сыну. Наверное, такой же совет мог дать Джошуа и его отец. Но, может быть, такого разговора не было, а может быть, сын не послушался отца, кто знает. Энтони — великолепный атлет, умный, техничный, но в боксе надо немного больше. Либо быть зверем, как Тайсон, либо быть сердечником, как Холифилд либо хладнокровным терминатором, как Али. А он просто хороший парень, и поэтому он проигрывает. Как это цинично не прозвучит, но именно за такого рода драмы, спортивные и человеческие, мы и очарованы боксом, как театром, в котором, впрочем, почти все по-настоящему. И еще одно. На самом деле все мы боксеры на жизненном ринге, и еще и поэтому переживаем за спортсменов в этом виде спорта. А как быть в форме и не проиграть своим жизненным вызовом и трудным обстоятельствам, которых у всех нас, независимо от нас, в последнее время много? Если продолжать проводить аналогии с боксом, то первостепенную роль играет концентрация, так сказать, заряженность на борьбу, а также наш уровень работоспособности и наш уровень энергии. Все эти параметры, конечно, можно поддерживать и, так сказать, естественным образом, соблюдая режим дня, достаточно высыпаясь, держа эмоции под контролем, медитирую и тому подобное. Но такие возможности для большинства из нас не очень-то доступны, поэтому целесообразно и правильно укреплять себя разными витаминами и добавками. Я уже упоминал про мой любимый комплекс Mind Booster от Noateria Labs, который особенно актуален в этот осенний период апатии и депрессии. Он официально зарегистрирован, произведен из европейского сырья и в европейских же стандартах качества. Много раз рассказывал, но не грех их повторить. В нем есть компоненты, позволяющие получить быстрый эффект. И есть то, что работает в долгую, возобновляя ресурсы организма. А мозги разработчики тоже позаботились. Это витамины группы В. И самое главное, все это объединено в комплекс, который просто принимать две капсулы с утра, и у вас есть ресурсы на весь день. А вечером еще и останутся силы на активный отдых. У ребят за это время появилось много других продуктов. Например, отдельный комплекс витамина В. Вот он. В комплекс Актив Форте. Он улучшает внимание, усиливает концентрацию и повышает работоспособность. Компоненты комплекса способствуют снижению усталости и регуляции работы иммунной системы. Порекомендую вам, как бывший спортсмен, еще один великолепный продукт от Наотерия Омега-3. Жирные кислоты нужны нам для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, для улучшения работы мозга и нервной системы, а также для укрепления иммунитета. Производитель не использует ароматизаторы, красители и лишние примеси. Да, это делает продукцию чуть дороже в сравнении с другими дешевыми аналогами на рынке но экономить на своем здоровье не следует. Словом, друзья, Notary Labs предложит вам много полезных для здоровья комплексов, изготовленных, повторюсь, с высочайшим уровнем качества, что, впрочем, видно даже по упаковке. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить компанию за предоставление мне, так сказать, на тест-драйв своей продукции. Без нее, пожалуй, жить и работать мне было бы сложнее. Самое важное, сейчас на их сайте VivaHerb Действует замечательная акция. Если ввести промокод Народ, то в подарок вам достанется комплекс для улучшения качества сна Sleep Deep. А это почти 3000 рублей экономии. Неплохо, согласитесь. По условиям акции ваш заказ должен быть от 4000 рублей. Срок действия ограничен. Да, передали Вопрос, передали. который я как-то вот, что называется, сейчас вот ход беседы навеял. Я его ранее задавал одному из своих гостей у нас как-то вот неудачно вопрос беседы ушла в сторону. Я какого-то четкого ответа на него не услышал. вот тот уровень энергии, которым человечество владеет, да, и тот уровень технического прогресса, вполне ли он соответствует, так сказать, уровню развития человека как духовного существа, да? То есть, ну вот, понимаете, о чем я говорю? Ребенку, да, ну, то есть, как, допустим, в электрике существует определенный допуск работа с таким напряжением, нужно отучиться столько-то, работа с более высоким напряжением, там уже серьезная подготовка нужна, нужно экзамены сдавать и так далее. Вот то, что человек сейчас владеет, оно ему убиться не может. Вот это вот, по сути, кастрюлька кипятку, которая вот это вот дитя человеческое может надеть себе на голову. У вас есть такое ощущение? Или мы все-таки где-то примерно на уровне того, чем владеем в техническом и, и в смысле энергии, которая нам доступна? Кого ты спрашиваешь? Угу. По по выбору, пожалуйста. Кто э, ну, желает да, отвечать? Да, да, пожалуйста. Да, пожалуйста. А, ну, мы мы видим, что опасность такая есть, и люди и политики играют в эту опасность, что есть угрозы ядерные, ядерного взрыва там вот угрозы. Угрозы ядерного уничтожения человечества, они постоянно звучат, они беспокоят человечество. То есть, ну, люди этим очень напряжены. Это очень напрягает. Это напрягает то есть, людей. хорошо бы, если бы этого не было, да? Если бы не было Эйнштейна, Бора, Гейзенберга. Я так не скажу. Я так не скажу. Вот есть реальность. Я, я, не, я не буду говорить, что то, что случилось... Понимаешь, так... да? Тут, тут как раз в вопросе к тебе, как к ученому, есть скрытые инвектива. Вот вы на открывали, передали это, людям, не столь как бы одухотворенным там и так далее. Они сейчас наделают дел. Познание Вселенной, познание материи, познание живого, вообще познание вот этого космоса всего в большом греческом смысле, это величайшая задача человечества. Это задача, которую дал человеку Бог. Именно поэтому мир и познаваем. Если бы Бог, Бог бы был против, то он бы закрыл это древо познания, если бы Бог был бы против того, что мы подошли бы с этого древа познания, взяли фрукт, то он бы это древо познания сделал бы недоступным для нас, и все. И очень просто. А то, что люди открывали это ведомые высшими эм, религиозными интуициями, воззрениями, представлениями, э, это показывает в, высоту этой задачи и важность. Теперь, с, сами эти решения, они Само познание, оно подводит человечество к какой-то черте опасности. Но человечество постоянно на этой черте балансирует. И оно продолжает балансировать и до сих пор. Я, единственное, тут надеюсь, что тот, кто создал этот мир, он не даст человечеству погубить себя. Просто остановит вовремя кого-то. Потому что ну, не, было бы глупо довольно. Если вот 14 миллиардов лет. В этой вселенной создавались там миллиарды лет условия для жизни, потом была создана жизнь, были, законы были заложены для познаваемости, а потом какой-то Вася Пупкин нажал на кнопку, и это все кончилось. Ну я, ну, представь себе, приходит к Богу ангелы, Лег ты... легко себе такое могу представить, Прив... Вася. Ну, Послушай, приходит к Богу ангелы, да, говорят, господи, мы 14 миллиардов с тобой работали, все это делали, смотри, сколько было, <свят> а потом и все, все сорвалось. Вася все-таки нажал на кнопку и всему привет. Ну, это какая-то глупая идея, думаю, что это просто даже смешно об этом говорить. Этого не может быть. Но катастрофы происходят. И происходят, так сказать, лока локальные, так сказать, вот э, происходят войны, происход и будут, наверное, еще происходить. И будут происходить э, разнообразные взрывы, и может быть ядерное оружие, еще сработает. Но уничтожения человечества не будет. В этом я твердо убежден. Оно если и будет, то по Божьей воле, а не по воле Васи Пупкина. Вот если Бог решит, что человечество все исчерпало свой потенциал, оно больше не нужно то он и прекратит, и он может прекратить это тысячу и одним способом самым разнообразным. Уж как ему будет угодно. Может быть, он просто ва Васиной рукой это прекратит, и Вася таки на кнопку нажмет, и все Знаешь, получится. какая гарантия, это уничтожение человечества Богом существует? На тоже, по-моему, у Андрея Боумейстера я это слышал в его беседе с кем-то наш Господь, видимо, меломан. И в тот момент, когда его рука потянется, значит, к корающему мечу, чтобы разобраться со своими неразумными детьми, вот он вспомнит э, замечательное произведение музыки, да, э, лунную сонату Бетховена. И скажет, нет, но раз, раз такое было создано, я, я, я еще, наверное, подожду. Может быть. Но ну, вот я думаю, что когда-то Бог, когда-то история разумных, не только человечества, а всех разумных существ во Вселенной, судя по всему, закончится. Ну, выгорят звезды, в конце концов. Вот Вселенная расширится или охладится, или наоборот схлопнется в черную дыру. Так или иначе, по всем сценариям, какие просматриваются, когда-то Просто жизнь во Вселенной будет невозможна. Не только на нашей планете она будет невозможна. На нашей планете, может быть, она будет невозможна через миллиард лет, может быть, через несколько миллионов есть разные на этот счет физические модели. Вот. Но, но когда-то с совершенной определенностью, вот как физика на все это указывает, когда-то во Вселенной нигде во Вселенной жизнь уже будет невозможна. Потому что все выгорит все закончится. Но означает ли это, что? души наши уже им будет негде, так сказать, негде селиться. Я не думаю. Бог построит, в конце концов, новую вселенную, если ему будет нужно. И может быть лучше этой, может быть похожую на эту, может быть другую. Поэтому жизнь когда-то закончится на нашей планете, и человечество прекратит свой путь. Но прекратит оно свой путь, потому что Бог так решит. Решит, как это в знаменитом романе, волосок может Перерезать лишь тот, кто подвесил. Кто да? подвесил. Да. Кто подвесил, тот и, тот и может перерезать. Не, не думай, прокуратор, что, что это ты. Ты не подвешивал. <решил> <решил> вот тот, кто подвесил, тот и перережет. Поэтому тот, кто жизнь сделал, а это был долгий, исключительно изощренный проект. Вот это, кстати, тоже очень важно, важная часть вот этого Евангелия от физики, которая идет. Оно уже от биологии. На самом деле, там от биологии еще надо добавить. Вот. Те великие творческие силы божественные, которые создали эту вселенную с, с, э, с познаваемыми законами, создали жизнь столь, столь богатую, столь красивую, столь разнообразную, доходящую до, до мышления. Вот и все эта история вся эта миллиарды лет. Вот только эти силы и могут закрыть проект, которые его открыли и которые над ним миллиарды лет работали и нет сомнений продолжают работать дальше. Это перекликается вот с твоей э, своей картинкой, что мы в аквариуме каком-то хорошем. Да, мы в аквариуме, но мы не рыбки, потому что у нас есть свобода. Но свобода это не не простирается до, до такого уровня, что мы можем друг другу, что мы можем жизнь вообще уничтожить на этой планете. Нет, не можем. Мог, может перерезать э, волосок или что-то подвесил. Но мы можем много страшных дел, конечно, наделать, как, как человечество дело, и дело, и есть основания подозревать, что и будет продолжать еще делать. И это одна из больших проблем перед человечеством стоящей. Как мы вообще устроиться можем на этой земле? Чтобы прекра прекратить, по крайней мере, убивать друг друга. Павел Александрович, тебе наверняка есть что сказать по этому вопросу. Я и зрителей. Ну, я могу повторить. Ну, ну, смотри, я могу... В принципе-то, я с Алексеем согласен по гораздо большему Кусочком. Отвечая на твой исходный вопрос, ну, не более чем вот эта разница, она не более чем как со времен первой палки-копалки. Как это, устроить массовый геноцид можно и при помощи палки-копалки, что сделали наши древние, что сделали караманьонцы в отношении неандертальцев. Что при помощи ядерного оружия? Тут фундаментального, если че... опять философского, уж простите, различия здесь особо нет. Да, выглядит, наверное, пострашнее запуск ракеты или там биологического оружия, но как абсолютно все остальное правильно сказал Алексей, не в этом дело, назовем, скажем так, не в, не в этом до конца суть. Вот. Насчет вот пресловутого конца, ну, конец, как, как я тут вспомню Владимира Семеновича Высоцкого, сегодня не слышно биение сердец мое же мне громко стучало, что все же конец мой еще не конец, конец это счета начала, так что новое небо и новая земля решает. Постановка оптики, скажем так, взгляд на мир в оптике нового неба и новой земли, он окончательно снимает вот эти подобные противоречия и подобную тревогу, скажем так, неопределенности. Но в этой же ракурсе, конечно, условно я... Не могу сказать, что условно лунная соната какого-то чего-то там остановит сама по себе, нет, музыка сфер, которую там, она непостижимо выше, непостижимо больше какой-то лунных сонат, но оно там и проявляется в том, что есть замысел, замысел себя раскроет, и в конечном итоге все случится так, как задумано. И поэтому вот это вот был комментарий, если краткий, к волоску. А про то, как человечеству жить, и что с ним происходит на это и почему будет происходить то, как происходить, это уже отдельный слишком большой вопрос, который ты может целость своей передачей помыслить, поэтому я в нее уходить не буду. Ну, а в целом хороший ответ. Был, на твой поставленный. Резюмирую. Мы успеем, да, словами того же Высоцкого, в гости к Богу не бывает опозданий. Ну, типа того, да. Раз уж терминаторов вспомнили, думаю, что зрителям будет крайне интересен ваш взгляд на политико-философскую концепцию трансгуманизма. Тем более тут в политических кругах, не философских, широко обсуждается пакт будущего. Некий документ, принятый Генассамблеей. И некоторые эксперты, в частности Андрей Петрович Девятов, смотрели там уши сущности этого трансгуманизма, помимо левой повестки, которая, на мой взгляд, там действительно доминирует. Вот. Что скажете? по поводу трансгуманизма. Что нового, мы же говорим, в человеке. Я вот недавно немножечко не успел к нашему эфиру надеть очень хорошую оправу, которую заказал в нашем местном салоне iCraft. Выглядел бы, может быть, выглядел бы даже примерно на уровне уважаемых гостей, но у меня чуть-чуть зрение ухудшилось, и меня как раз там очень милый доктор утешил в том плане, что трансгуманизм все, когда они придумают новые глаза, очки будут не нужны. Да, вот. Ну, надеемся, что придумают. Но все же, если говорить серьезно, трансгуманизм. Павел Александрович, пожалуйста, начни. Ну, смотри, если опять говорить серьезно, то это цикл лекции. Если кратко, то трансгуманизм это как раз раскрытие, как философское течение, это раскрытие древней настической мысли об иммонетизации схотона если говорить по-простому, как бы нам установить рай на земле без Бога здесь и сейчас. Вот это примерно трансгуманизм с философской точки зрения является именно, является именно этим. Yeah. Символически Вавилонская башня обречена на провал, что не отменяет того, то, что с упорством достойным лучшего применения будут пытаться строить. То есть в чем частичная идея, то что человеческое – это самое слабое в человеке. То есть, по-хорошему, лучше вот от человеческого в человеке избавиться побольше, потому что это неконтролируемо, мы этого боимся, оно непредсказуемо, оно какое-то все время как-то вырывается из-под наших уз узусов контроля. Ну и, соответственно, хорошо бы было бы, если бы это все вот как некое, пре... опять с одной стороны, вроде бы преодоление, уж простите, некой границы, вот будем как боги, да, такая вот идея. Но, с другой стороны, конечно, корень в нем совсем не из верхнего, а, скажем так, с нижнего начала. Ну, с моей точки зрения. Но если совсем вкратце отвечать на эту систему, опять-таки, философски. Так, ну, теперь я, да, на этот же вопрос. Да, Саша? Конечно, Алексей Владимирович, я даже не перебиваю. Я просто, знаете, чего боюсь, что вы скажете, слушай, Бабулев, надоели нам все эти разговоры, уже два часа разговариваю. Вот, и а беседа столь интересная, что я вот как-то даже торнировать не хочу ни один вопрос из повестки. Поэтому, ну, говорите сколь угодно так. долго, сколько позволяет вам ваше расписание. Трансгумани... Идея трансгуманизма, так сказать, преображения, преображение технического преобразования, преображение человека, они, в общем, какие-то тоже очень старые, уходящие там, ну, любая медицина, там, лю 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 любая... Э любая любая попытка технически как-то помочь здоровью человеку ее можно рассматривать как какой-то зачаток трансгуманизма ну вот даже костыль можно рассматривать вот человек взял костыль вот тоже своего рода трансгуманизм ну ладно это я может быть далеко далеко ухожу но идея о том что что человек может как бы усилить какие-то свои возможности с помощью техники но они неизбежные они будут делаться и на это, на это есть спрос спрашивать о, о том хорошо это или плохо довольно бессмысленно потому что люди это делали делают и будут делать вот например появится как, как, как какая-нибудь э, возможность там по по поставить куда-нибудь в мозг внедрить какой-нибудь чип ну нейрочип да. нейролинк маска Неролинг маска. Вот поставил туда. И, и, и у меня как бы все книги моментально. Мне не нужно с собой носить даже iPhone, чтобы, чтобы почитать книжку. Я моментально, например, считываю содержание там ста томов там кого-нибудь. Вот. Или как бы усиливать какие-то возможности человека. На этот спрос есть. И он будет всегда. От этого никуда не деться. Кто-то кто-то будет принимать эти вызовы, кто-то нет. Я, ясно, что здесь есть опасность, что можно таким, так, так себя, так сказать, искорежить этой, этой техникой, что в тебе вот эта вот опасность дегуманизирующей техники она тебя и погубит. И незаметно еще и для тебя. И ты превратишься, может быть, и субъектный даже потеряешь, или она у тебя будет как-то страшной силой деформирована. Вот. Но это люди будут все проверять на практике. Это все, знаешь, вопрос не теоретически обсуждаем. Вот мы сейчас решим это хорошо. И значит дадим зеленый свет. Или решим, что плохо. Поставим красный свет. Это, это вопрос, который решается и будет решаться человек людьми конкретными, практически. Кто-то будет изобретать какие-то штуки. Кто-то будет решаться их принимать. Кто-то будет не решаться. Это вопрос свободы изобретения с одной стороны и свободы принятия с другой. И люди будут пробовать методом проб и ошибок. Это вот trial and errors, это вот пробы и ошибки. И так и будет человечество идти. Кто-то кто себя дегуманизирует, кто-то заметит, что смотрите, мы эти поставили себе, себе эти чипы там куда-то, внедрили и дегуманизировались. Давайте не будем это делать. Кто-то предложит новое. То есть это вопрос эмпирический. И это, это, это нет никаких сомнений, что до тех пор, пока изобретения идут, будут какие-то новые изобретения в этой сфере, люди будут проверять, обжигаться, уничтожать себе что-то другие будут это замечать и так далее и так далее это это некоторое, некоторое неизбежное будущее человечества ставить говорить что это хорошо или говорить что это плохо довольно бессмысленно это будет Другое дело, что надо отдавать себе возможность в опасностях, и нужно быть открытыми постоянно к анализу этих вещей. Вот мы поставили чипы, дальше надо смотреть, не потеряли ли мы что-то. Мы приобрели какие-то возможности, не потеряли ли мы что-то. Ну, вот то, что Паша говорил до, до этого о дегуманизирующей технике. Это ровно та же тема. У меня технический вопрос. Действительно, как у вас со временем? Я просто тут вижу важные вопросы. Минут 20 у... еще есть. Минут 20. Давай, Спасибо я большое. Мой следующий вопрос, знаете, навеян, может быть, какой-то осенней меланхолии, в результате которой появляется жалость и к себе, и к человеческому роду. Я как-то так сидел и размышлял. Значит, вот под воздействием общения с Алексеем Буровым, конечно, а я присутствую у него на форумах, там крайне интересно. Значит, каждый достаточно регулярно появляются очень такие интересные посты, которые заставляют задуматься о нашем таком о нашем сверкающем великолепном, но иногда жестоком мире, вот и я как-то так осознал, что глядя вот на эту сцену, вот эту великолепную сцену вселенной, которую для нас безусловно создали, даже как говорится, как э, сказал один политический деятель, обсуждать нечего, вот, но все-таки э, человек, присутствующий на этой сцене, единственное живое существо, которое осознает свою финальность как конкретного Ивана Ивановича, я сейчас не говорю о духе, душе и так далее. Нет никаких сомнений, что этот Иван Иванович в какой-то момент перестанет существовать. Его микрокос, его личная вселенная, его привычки, его там какие-то особенности психологические, индивидуальные, сумма его поступков, ну, в общем, все то, что, чем он был в жизни. И мне кажется, это как-то жестко задумано. Вам так не кажется? С одной стороны, вот это великолепие, какой-то праздник жизни, с которого не хочется уходить, а с другой стороны, значит, ты понимаешь, потому что ты видишь смерть всегда, смерть каких-то посторонних людей, своих близких. А, что как, как, Это не совсем относится к теме нового человека, но, может быть, многие люди об этом задумываются, и мне интересно, что вы по этому поводу скажете. Может быть, что-то утешительное. Ваша первая Пожалуйста, ну, смотри, если говорить кратко, то религиозный, то ответ на эту, твой вопрос он находится не в зоне сколько философии, хотя даже большая часть философии приходит, ну, классическая, по крайней мере, приходит к идее бессмертия души, сколько в зоне теологии. И здесь тогда у тебя вот эти ответы там содержатся, собственно. Поэтому, а если мы остаемся, ну, при этом, если твой вопрос переформулировать. Как может с этой реальностью смерти примириться а атеистическо-материалистическая картина мира? Да, тут у меня большие к ней вопросы. Мне сложно понять, почему атеисты-материалисты просто не следуют по пути комьюнитши прям сразу. Там, либо, либо с ума, либо в петлю, потому что иначе, простите, абсолютно непонятно, как жить. То есть давай так, если смерть реально есть для человека, которого осознающего свое вот сознание, то жизнь реально бессмысленна полностью. Вот какой короткий ответ. А тут уж сами выбирайте. Тут свободу воли, что вам думать, никто не отменял. Единственное, я себя добавлю, то, что, на мой взгляд, повторюсь, я последовательных атеистов, материалистов встречал очень мало, честно скажу. Даже среди, хотя большинство говорят, что они именно такие. Но все они живут так, как будто они бессмертны. Вот это очень интересно для меня. Как правило, это эти люди с какой-то личной травматикой, связанной с их духовными исканиями. Можно я вот такую про них гадость скажу? Согласен с каждой запятой из твоего ответа. Ну, вот так кратенько. Алексей Владимирович, пожалуйста. Это опять тот случай, когда, в общем, я с Пашей практически во всем согласен. То есть в религиозных картинах мира, в теистических религиозных картинах мира, главная идея это спасение души. Это э, бытие Бога, существование Бога, отношение человека к Богу – главный вопрос в отношении человека к Богу. Это вопрос о спасении души. Это это просто нерв всех религий. Поэтому если кто-то сказал, ну, человек умер, и все, и лопух вырастет, а больше ничего не будет. Но он уже зафиксировал некоторую метафизическую позицию. Почему-то он решил, что больше ничего не будет. И тогда вот ну, он будет жить. Хор с этим. хороший вопрос, кстати. Если, 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 если он будет последователен, я опять повторяю след за Пашей, если человек будет последователен в этой позиции, то жить ему я не знаю, как с, с этой позиции вообще жить. Это очень точно с этим. Надо о ней забывать. И обычно люди об этом забывают. Они вот э, живут так, как будто. Вот, Вечно. Они как бы захвачены текущим и сиюминутным, они, они захвачены моментом, они, и они не любят, когда их оттуда, из этого момента пытаются выдернуть. И это один из источников сцинтизма, который говорит, вот наука есть, познаем науку, а там вот эти все вопросы, говорят, это не надо, мы на них не ответить все равно никак не можем, они только отвлекают нас от научного познания, давайте мы будем этим заниматься и так далее. То есть вот давайте будем изучать лопухи. Вот. Давайте будем изучать, как еще что там, как электрон движется из пункта А в пункт Б мы будем изучать. А смысл, вопрос о смыслах мы их оставим, мы на них не будем смотреть. Они настолько беспокоят, зачем это лишнее беспокойство, мы еще спорить начнем тут друг с другом, может какую-то войну устроим, не надо, это все лишнее. То есть вот люди как-то так э, обращаются со своим этим вопросом о смысле, они как бы стараются слепой, слепым пятном как бы спастись. Они ставят туда слепое пятно и туда не смотрите. Вот. А религиозная картина мира, она вот, ну, христианская картина мира, не только христианская, это идея спасения души, то есть не, не просто там какое то абстрактная эргосум сохраняется, а сохраняется самое главное в моей жизни, пусть даже, может быть, не все всего, может быть, не нужно, есть какие-то, может, no, сохраняется самое лучшее, там, же, наверное, самое... истинное, то есть да. самое лучшее да. сохраняется, еще, может быть, не только самое лучшее, может быть, самое худшее тоже сохраняется. Ну вот mm. я не знаю все-таки идея воздаяния посмертного, это важ, важная тоже идея. Не только награждение за самое лучшее, но и, в общем, некий разбор полетов. Как бы, ну, это мы, ну да, да, не будем уходить, но если просто хорошо... Ну, вот то... так, да. То есть память, в этом смысле я так скажу, некий кармический принцип, так, в, в общем смысле, то что, то, что душа не пропадает, она просто переходит в некоторые новые, новые фазы, новую фазу своего существования, какую-то осмысленную, где все, что было ценного важного, существенного, оно туда переносится, и это не, не теряется, ни, у Бога ничего не пропадает. Поэтому нет, Иван Петрович умер, но душа-то его жива, она там просто. Мы, мы, мы сейчас его не видим, но мы знаем, что это там. Это религиозная вера, и она проистекает на самом деле из, из глубоко продуманного доверия к Творцу. Вот я так скажу. Вот Кант говорил, что для этики нужно три принципа. Это э, для того, чтобы были обеспечены метафизические некоторые основания этики. Это вера... Э, Бессмертие, веру в свободу воли, вера в Бога. Бог, свобода и бессмертие. Вот три принципа Кант выделял. И дальше говорю, что доказать нельзя, но, но, верить в них нужно, потому что это необходимо для устойчивости этики. Но, на мой взгляд, тут даже много, три это много, достаточно доверия. Если я Богу доверяю всем, всей душой и всем сердцем. Христос говорил, у Христа было два. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Да? Вот если я доверяю Богу всей душой и всем сердцем, то я и знаю, что Он все обеспечит. У него ничего не пропадет. Это значит, что доверие и любовь это, в общем-то, одно и то же. Предельная любовь и предельное доверие это одно и то же. И я знаю о Боге как всемогущем творце, я знаю о том, что Он меня любит. Значит, я не пропаду, мне не надо особенно беспокоиться. Павел Александрович, ты, наверное, не в курсе, но в ходе нашего последнего эфира с Алексеем Владимировичем было сочинено доказательство бессмертия души от Бобылева, да, которое базируется на гипотезе Бога. Звучало оно так, значит, если э, жизнь человеку это дар от Бога, а Бог это этически совершенное существо, то дар не может быть забран или от. Точка. Согласись изящненько, да? Значит, друзья, я хочу зрителям сейчас обратиться. Сейчас э, это предпоследний эфир, э, вопрос нашего сегодняшнего эфира, и в нем, сразу предупреждаю, опять сверкнут клинки интеллектов наших уважаемых гостей, собственно говоря. ну мои вопросы, они так и были ориентированы, чтобы не вызывать каких-то особых дискуссий, а вот здесь я подозреваю, что как раз опять будет дискуссия. Недавно Алексей Владимирович вот, в одном из своих постов сетовал, что в духовном познании существует какой-то странный запрет на использование рацию, да, разума как инструмента для этого познания. Мы... Значит, сошлись в переписке с Буровым значит, во мнении, что некоторые представители клира, очевидно, боятся оказаться, цитирую практически тебя, Алексей, оказаться летящими вверх тормашками вниз, лишивших под воздействием критического мышления своих опор и оснований. Запрет а, на использование разума и критического мышления существует и в отношении многих вероучений, да, и современные люди не понимают их и считают архаичными. То есть еще и вопрос с кучением остаются без ответа. Хороший русский вопрос: что делать? Ну, давай я сейчас ну, прокомментирую. Вы... Да что просто может быть, чтобы избежать недоразумений. Старая тема отношения веры и разума, да, она присутствует на, на всех высотах теологии э, религиозного познания. христианстве это очень старая традиция, да. Э, вот спор, спор э, упомянутый Пашей в самом начале, э, Паламы с Варламом э, этого касается осуждение парижским архиепископом э, аристотелианства и, в том числе аристотелянства Фомы определенных пунктов там было. Потом это было осуждение снято. В общем, это, это очень старая история. У Льва Шестого вся, вся философия, практически Льва Шестого, это постоянные насмешки над разумом и, и борьба с разумом, так сказать, на высших сферах. Вот, в, в вопросах о самом главном. То есть, это старая история, она постоянно играет. И, и я периодически сталкиваюсь постоянно с людьми, которые вот себя сразу демонстрируют как люди, люди верующие, такие люди с религиозным чувством, и они высказывают негативные суждения по части, по части например, аргументов бытия Бога, что все не нужно, это все лишнее, все равно вы ничего никому не докажете, веру проверять разумом не надо, она только от этого будет испорчена. То есть это отношение есть, но есть и другое отношение, есть и тот, тот же Фома и тот же Ансельм, и тот же Ньютон, это были люди глубокой веры, и они эту веру соединяли с разумом. Эйнштейн недаром говорил, что вера без разума хрома, а разум... Нет, виноват. Вера без разума слепа, а разум без веры хром. Вот это, это, это высказывание Эйнштейна. И они, это дополнительные как бы вещи, друг друга, с друг другом нужда, друг друге нуждающиеся. Но, но действительно в вере и в разнообразных представлениях религиозных есть много вещей, которые не выдерживают критики разума или, по крайней мере, кажется, что они не выдерживают. И люди боятся этого. Разум ⁇ это опасная штука, это критическая вещь. Разум спрашивает, на каком основании? Он требует оснований. А вера говорит, вот сердце говорит, разум не очень согласен с сердцем, он говорит, что в сердце может быть много разной мути. Сердце вам может наговорить много дураты. Сердце ⁇ это не обязательно чистый источник истины. Это может быть источник злату сердца. Поэтому и глупости, и заблуждения, и чего угодно. Сон разума рождает чудовищ, знаменитая это, кстати, э, э, картина Гои и так далее. Часто, часто цитируемая фраза. Поэтому это старый-старый спор. И, на мой взгляд, моя позиция, она такая же в этом смысле, как у Эйнштейна, что требуется и то, и другое. И вера должна проверяться разумом, потому что, потому что в вере может быть много, много дурного и ложного. Мало ли что мне говорит сердце, да? Вот я эту позицию разделяю, что сердце должно быть проверяться, и оно априори совсем не право. Разум тоже может ошибаться, поэтому и разум, и сердце, они должны критиковать и проверять друг друга. И надо искать это согласие, это согласие между ними. Но тут тоже своего рода шахматная партия должна быть. Они должны вести какой-то очень серьезный диалог. И люди очень часто к этому диалогу не готовы, ни с той стороны, ни с другой. Вот это проблема. Павел Александрович. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать, как уважаемый Алексей зафиксировал свою позицию. Я, за... я здесь выступаю с другой позиции, что, в принципе, интересно. Я не считаю то, что вот есть некая проблема взаимодействия, если честно, вера и разум. Я считаю, что она как раз надумана в рамках, скажем так, определенной исторического периода того же самого модерна, о котором я постоянно говорю. То есть вот это радикальное деление. Если мы будем читать, и, скажем так, методом проверки я рекомендую все-таки меньше... Давайте так, вот аргументы, что я просто так чувствую, что я услышал немножко от сердца, это точно не тот аргумент, который применяют, скажем так, сторонники неизмеримости. Допустим, если вы будете читать именно того же Максима Исповедника, Григория Погослова, Василия Великого, вы там увидите глубину, вы там увидите, никакого отсылок, никаких отсылок к тому, что я так сердцем чувствую. Вы там увидите страннейшие системы. Там вы увидите страннейшую, сложнейшую мысль, которой на самом деле. Парадоксально, вы увидите в ней гораздо больше близости, ну вот, к современным, допустим, сложным проблемам может ли, например, покой и движение быть одновременно, да, там, такого рода вещи. Там вот такого рода размышления, как вот в том же самом вопросе о спасении, то есть я совершаю грех или мной совершается грех. Вот одновременно происходят, например, оба два же процесса, которые не решаются в рамках, например, пресловутой формальной логики. Это я так просто частичный пример. То есть я к чему, наверное, я бы предложил, отвечая на твой вопрос, уважаемый Александр, предложить всем участникам Зрителям нашей беседы уровень повышать свой. То есть, уважаемый Алексей, вам назвал множество прекрасных имен, о которых вы все слышали, но я подозреваю, в руки мы их не брали. Никто не читал Эйнштейна в массе своей, никто не читал того же Бора, что они реально думали, и прочее, прочее, прочее. Лев Шестов. — Шестого. Ну, смысл в том, то, что повышать уровень. То есть я со своей стороны вот тоже назвал ряд имен, о которых тоже кто-то где-то, может, даже слышал, но в руки не бралось, гарантирую, на массовом уровне. Там. У нас самый массовый философ — это Маркс условный, который и то, и, 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 и то скажем так с недостатком, мягко говоря, познания. То есть я бы сказал то, что пока мы находимся на первом шаге. То есть у нас тем более беседа к концу подходит. Вести серьезный фундаментальный разговор в соотношении условно там разума, рацио с там, диалогией веры. Я главное какой-то су... аллергии не услышал в твоем ответе на разум. Да? Не услышал, это, и это существенно. То есть вот так, я понимаешь, э, смотри, смотри, а аллергии-то нет. Я поэтому и начал со спора о Варлам с поломой. поломы на разум аллергии нет. Это вот важно понимать. То есть аллергии, то же самое, как у меня нет такой аллергии на высказывание уважаемого Алексея и прочего, прочего, прочего. Там речь идет немного о другом, но чтобы это другое понять, нам сначала нужно хоть немножко общую, не, не нам лично в двум, а в целом вот уровень общего, скажем, задать планки. Там речь идет о том, то, что не все вопросы можно решить через рацию, например. Этот аргумент там есть. И вот, допустим, он там, вот уже там возникает вот эта проблема метаной, изменение ума, преображение ума, то есть проблема покаяния, проблема очищения. То есть там эти проблемы возникают. Но чтобы о них говорить серьезно, все равно о них точно нельзя говорить, вот знаешь, на таком уровне условно, попы боятся ученых, ученые боятся попов. То есть я, наверное, вот здесь условно, самое важное поднять именно вот общая проблема планки в разговоре о таких вещах. Чем мне очень понравилась наша сегодняшняя беседа, это именно был образец очень спокойного, уважительного разговора с выражением точек согласия, точек несогласия. И как практика подобного разговора это, мне кажется, ценным является само по себе именно как образец. Ну, не то, что как, звучит нагло, конечно, образец, но вот как некий пример то, что можно делать в современных медиа-условиях. Вот так бы я ответил но это не ответ на, прямой на твой вопрос, но это то, что, мне кажется, в будущем может привести к интересной теме, в рамках которого можно обсуждать ответ на этот вопрос. Вот такой ответ с моей стороны. Раз уж мы но... говорили о новизне а, в человеке, а, в этой вселенной... Так, можно там... я добавлю буквально два слова к тому, что сказал Паша? Я хочу сказать, что вот ученые боятся попов, а попы боятся ученых. Это на самом деле это тоже реальность. Это есть. Как бы, я... я... Это, скажу так, типичная ситуация. Массовый, массовый ученый, он, для него слово попы звучат плохо. А массовый поп, я боюсь, что по крайней мере российский поп или русскоязычный поп. Я не думаю, что у него ситуация сильно отличается от этого. Я думаю, что он тоже плохо образован, как правило. Был бы рад ошибиться. Я не очень хорошо знаю ту среду, но насколько я ее знаю, я, я, у меня есть такое предощущение, что там плоховато с учеными. Я тоже не любят. А вот так вот отвергают удитесь Здесь не ваша не ваша территория. Вот. А, мы и так с поломой, от поломы уже все знаем. Мы читали. Поэтому, поэтому это тоже есть, но это вот как раз показывает низовой уровень как бы э, массовых э, ученых, массовых попов, которых, у, которых хорошо бы все-таки преодолевать, и тем и другим, да. Ну, с этим только можно согласиться. Повышение планки это всегда ведет. С этим, -вот, я думаю, мы согласимся. Ответ. Да, граждане. Это же и клира касалось, и ученых. Ну, собственно говоря, нет, все очень симфонично. Я часто пользуюсь этой твоей категорией, которую ты мне подарил от Корсавина, симфонической личности. Вообще мне слово симфоничность нравится. Так завершающий вопрос такой. Значит, вот мы говорили о новом в человеке, в этой вселенной. А стала ли нам яснее целевая причина человека при современном развитии научной и философской мысли, как считаете? И как вы ее видите, если можно тоже коротко сформулировать, пожалуйста. Я, я отв... а, Давайте. Илья, ну давай я ты, ты, ты говори на всякий случай, чтобы мы вот так не метались Кто, Кому ты обращаешься первым Дирижируй, Саша А ну я хорошо. вас всех вижу и, и обоих да. люблю Ну нет, ну ты Ответственность-то не скидывай Кто первый Кто первый говорит, ну просто мы, мы не я хочу сказать, что вот все, что мы знаем о человеке из Святого Писания, из Библии, да, что Бог сотворил человека по образу и подобию, с этого начинается своему, с этого начинается вот главная книга европейской цивилизации, которая создала священный текст, и все то, что мы знаем из научных открытий, это удивительным образом эти эти пазлы складываются. Потому что вот, э, вся эта пифагорейская вера, она отталкивалась от такого рода представлений. И то, что все эти гигантские масштабы открытия, они только, только подтверждают, что мы вот потому и можем познавать Вселенную, потому что наш ум в достаточной степени родствен уму создателя этой Вселенной. Вот, а другого объяснения нет. То есть здесь от науки идет некоторое подтверждение какой-то базовой, базовой интуиции, я все-таки это слово употреблю, вот, которая породила вот, это, вот, вот эту мысль, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Хотя мысль странная на самом деле. Мы, мы не должны, это было, было бы очень нелепо и неправильно думать, что эта мысль какая-то сильно банальная. Она наоборот, она, противоречит, она дико, дико неочевидная мысль. Потому что вот если мы посмотрим вот эти вот звезды, это бесконечный этот космос, и думал, что тот, кто-то создал это все, и я ему родственник, да вы что, но это все равно, что какой-то там последний нищий будет говорить, э, что я родственник какого-нибудь Ротшильда, миллиардеру какого-нибудь. Я, я его родня, это он мой папа. Ну, да. просто так получилось. Пропасть между и, богом он, и человеком, она родня... он непредставима. Какой там родственник? Да, да. Ну вот так. То есть я хочу сказать, что вот замысел о человеке, вот он в Библии, наука, как бы, вот если мы оттолкнемся от нее, не просто будем смотреть, там, решать уравнения, там, амперметр туда, вольтметр сюда, а если мы будем думать, что, собственно говоря, научное достижение, что они нам говорят, если мы обратимся к истории науки, если мы отрефлектируем ее самые главные моменты ее содержания, то мы увидим, что замечательно, вот это подтверждается, эта эта интуиция, что человек создан по образу и подобию Божию, это поразительным образом древние люди, которые которые ну вот не имели даже малой толики тех познаний о мире, которыми обладает современный человек, тем не менее вот эта интуиция была зафиксирована в Священном Писании и как величайшее сокровище передавалась из поколения из поколения. даже она устно, наверное, сначала передавалась, потом там было зафиксировано в, 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 на письме передавалось величайшее сокровище вот это откровение и оно оказалось правильным то есть по крайней мере оно очень сильно подтверждается последним столетием последними несколькими столетиями вот вот замысел Я отвечу вот. Как? Угу. Да. Ну, просто завершая, я отвечу, что, на мой взгляд, целевая причина человека та же, какой она была всегда, в вечном человеке, тоже то же самое, то есть в раскрытии, то есть она не в прошлом, не в будущем, она в вечности, а измерение вечного человека – это Христос. Ну, вот если совсем кратко, чтобы не Поэтому, в принципе, понятен вся потенциально дальнейшая логика рассуждений. Но краткий ответ вечности. То есть в выходе из исторической категории в категорию вечности. Вот это, мне кажется, самое радикальное человеческое, что есть в человеке. И одновременно это самое божественное, то, что человеку может воспринять. Например, так. Мой, мой финальный вопрос слишком провокационный, не буду его задавать, чтобы не ломать гармонию этой беседы. Слушаю вас, мои уважаемые гости, дорогие друзья я вспомнил одну такую мысль, высказанную одним философом, имени которого не буду называть, чтобы не вызывать ненужные прения в комментариях. Пропасть между интеллектом и мудростью. Мудрец перешел по мосту из компромиссов. И сегодня, друзья, обращаясь к аудитории, многие участники, наши сегодняшние участники продемонстрировали великолепный стиль дискуссии в чем-то компромиссные, а в чем-то фиксируя какие-то разные позиции, но не ломая по этому поводу лишнее количество копий. А я себя чувствовал как Понтий Пилат, который, которого Лай Банги разбудил в тот момент, когда он гулял по серебряной лунной дороге с Иисусом и беседовал. И беседа их обещала быть бесконечно интересной, бесконечной во времени и в общем, какое-то такое у меня ощущение, мои дорогие друзья, я вас сердечно благодарю за время, которое вы уделили и мне, и аудитории, и я вам хочу сказать, что это очередной лучший эфир моего канала, но это благодаря, он состоялся благодаря вам. Спасибо вам большое. Спасибо, уважаемый Алексей, спасибо, Александр, безумно приятно было пообщаться, прекрасно проведенное время и очень важные поднятые вопросы. Спасибо большое совершенно с вами обоими согласен благодарю вас от всей души и наших слушателей и зрителей тоже авансом это был Алексей Буров и Павел Щелин. всего вам доброго